Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. Я нахожусь в Леруа торгового центра Мега. Это совсем другой торговый центр, не Космопорт, в котором я обычно снимаю обзоры. И я вот все думала, стоит ли это снимать или не стоит. Ну, решила на всякий случай снять, хотя бы, может быть, кому-то из самарских пригодится. Здесь очень много орхидей, очень-очень много. А вот основной стол, вот стеллаж, там два стеллажа стоят. То есть они, эти стеллажи с орхидеями, разбросаны по всему вот этому вот залу, по всей длине вот этого зала. И огромное количество орхидей, конечно. Конечно же, многое то же самое в основном, что и в Космопорте. Наверное, завоз во всех Леруа был относительно одинаковый. Ну, как обычно. Ну, иногда бывает, в каком-то Леруа перепадает с каким-нибудь пилориком, с бабочками. Но здесь, в отличие от Космопорта, здесь стоят вот такие еще фаленопсисы. Это сегодня, учитывая то, что сегодня уже понедельник, завоз был в пятницу. Да еще пятницу с утра, по-моему, был завоз. Потому что у них всегда по-разному. Никогда не угадаешь, когда привезут орхидеи. В этот Леруа привезли орхидеи еще с утра. К нам уже после обеда. И на протяжении всего дня еще, оказывается, вывозили орхидеи в зал. Ну вот здесь стоит вот такой фаленопсис. К нам в Космопорт такой не привозили. Он тут не в единственном экземпляре. Где-то еще вот здесь вот еще такой же стоит. Тут я его видела. Здесь много салиносов прекрасных. Очень много. На каждом стеллаже есть что-то свое. Что-то определенное свое стоит, как звезда. Вот на этом стеллаже стоят салиносы еще. Здесь стоит Андора. А рядом с Андорочкой стоит что-то очень сильно на нее похожее, вот с левой стороны. Но это уже не Андора, это уже что-то другое. Похож и на Андору, и похож на ягуара еще похож. Как будто это вот с левой стороны, как будто это ягуар, который не прокрасился достаточно розовым цветом фоновым. И стоят также и сами ягуары яркие. Их тут тоже несколько. Вот один из них красавец. Давайте я сравню их вот с этим. Вот эти все три пятнашки вместе поставила. Вот слева направо ягуар. Вот пятнашечка, которая между ягуаром и между Андорой. И справа Андора. Вот такие вот они все похожие. Ягуар, конечно, очень красивый и очень яркий. И многие путают его с котиком. Но это совершенно разные фаленопсисы. Ну, конечно, хорошо, когда вот можно живьем сравнить и того, и другого. Ну, котов здесь нет, сравнить тут не с чем, только на картинке. Так, отсвечивает. Так, что еще здесь стоит? Ну, цены такие же. Эти вот что-то 455 стоит, вот те, что вот я вам сейчас показывала. Снизу вот салинос 514 стоит. Здесь, кстати, вот эти вот еще бордовые стоят, крупноцветковые. Их много. Стоят вот эти вот красотки, стоят тоже много мантрешечек привезли, очень много. Я не заметила мини, как не пыталась выискать глазами на кассах и среди стеллажей, миничек я не увидела. Ну, зато вот много мантрешечек, вот что-то полосатенькое. Эти орхидейки, вот какие-то из них стоят 733 рубля. Вот они идут как подарочные. Из-за этого вот в этих подарочных упаковочках, поэтому они дороже. И эти тоже. Ну вот, среди них все то же самое стоит. Ну, желтенький с малиновой губой. Много тарина, много. К нам в Леруа, в Космопорт, привезли много орхидей в этот раз. Но здесь, конечно, с тем количеством, которое стоит здесь, это не сравнится. И у нас, если привезли 3-4 стеллажа, их уже все вот уже все моментально разбирается. Ну, а здесь они стоят, ну, потому что далеко сюда ехать. Я сама-то не помню, когда в последний раз была тут в Меге. Вот тут вот орхидейки стоят. И подарочные варианты здесь тоже вот есть, этими вот звездочками разноцветными. Это здоровенные орхидеи,
от Оптифлор крупноцветковые. Они 2777 рублей стоят. Видео я начинала вот как раз с этого столика большого. Это Денвер стоит. Вот этот вот фаленопсис интересного цвета, здесь он тоже есть. Так, ну вот здесь, кстати, еще стоит Дейдриппер. Там вот в глубине вот этот вот красавец. Так, давайте-ка я его достану. Вот он какой красивый. У него даже что-то у него, мутация какая-то пошла по питали. Вот мазки какие-то несвойственные сорту. Вот, целенький цветочек, красивенький. Ну, они все целенькие у него. И он тоже идет со звездочкой. Правда, его звездочка тут сломалась, обломилась. Они 777 рублей. Так, поставить бы его на место. Как-нибудь запихнуть. Вот так вот подвину. Вот. Так, что-то полосатенькое. Ну, набор такой стандартный довольно. Привычный. Один единственный кимоно стоит. Вот кимоно один единственный. Ну, это крашеный. Крашеный 1255 рублей стоит. Здесь на этом стеллаже тоже по 733 рубля орхидейки. И на этом стеллаже много вот этих красот. Кстати, их вообще много привезли здесь, я смотрю. Очень яркий фаленопсис и очень красивый. Кстати, по-моему, вижу еще один все-таки кимоно. Вот тут вот. Он уже бедный, почему-то отцветает. Замучился, наверное, пока доехал. Да, кимоношечка. Вот они все пятнашки здесь, желтенькие. Сейчас подойду к другому стеллажу. Вот здесь еще два стеллажа стоят рядышком. Но здесь они тоже дорогие, тоже снизу дорогие. По 777 рублей они. Сверху еще дороже, 852 рубля. Вот такой фаленопсис тут стоит. Вроде как не шоколад. Не знаю, что это. Но что-то из этой серии. Дендрофаленопсисы. Polar Fire стоит, красавец. Мой сейчас цветет второй раз за полгода. Я посмотрела видео о своем дендрофаленопсисе, когда он зацвел впервые. Это было еще в марте. И сейчас март. Ну, март он процвел, апрель. Не помню, сколько он цвел, но, в общем, совсем чуть-чуть прошло. Всего несколько месяцев прошло, и он зацвел с новой бульбочки. Ну, эти орхидеечки за 455 рублей. А дендрофаленопсисы, кстати, почти 800 рублей. Идут как дендробиум Эмма микс. И здесь вот на этих двух стеллажах стоят еще и вот такие фаленопсисы. У нас их, к нам их привезли в космопорт буквально, ну, парочку, наверное, привезли. И, по-моему, оба разобрали. Привезли у нас много Black Stripes'ов в тот Леруа. В этом Леруа их или поменьше, или их тоже разобрали. Но вот все равно здесь еще есть Black Stripes. По-моему, у нас тоже стоит там Black Stripes. Вот еще один такой вот беленький, красивенький, с венозным рисунком. Ну, я говорю у нас, потому что ко мне там рядом у меня тут космопорт. И поэтому я в основном всегда так, там снимаю. А здесь, ну, очень далеко ехать. И в Косараму далеко ехать. Вот еще салинусы стоят. Вот такой яркий фаленопсис. Их тут тоже много. Вот такой хорошенький. Такой у него еле заметный белый кант по краю петалии. Так, они 514 рублей. Это уже другой стеллаж, я вам показываю. Ну и нанизу все то же самое. И тарина тоже здесь стоят. Еще один Black Stripes тут стоит. И рядом другой полосатик стоит. Так. Я все хочу снять свою котлеечку. У меня цветет котлея впервые.
впервые-впервые в моей жизни зацвела у меня котлея. Самая первая котлея, которую я ращу, уже пару лет точно ращу. И я вот все никак не соберусь доснять о ней видео. Так что, кому это интересно, подписывайтесь на канал. Нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропустить видео о котлее, если оно вам очень интересно. И вообще, любое видео, чтобы не пропустить. Видео у меня выходит часто. Ну, я стараюсь, во всяком случае, почаще снимать видео, пока есть время, пока есть возможность. Видео о котле я расскажу и о том, как я ее содержу. Так что подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Не жадничайте. Оставляйте комментарии. Мне очень интересно читать ваши комментарии. Присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте. Ссылочку на нее вы найдете под видео. И всем пока, до новых встреч!